Ну вот, закончился первый день ереста. Вот видно, да, что все обильно увешано икрой. Все растения. Часть на полу икры валяется. Еще продолжаются игры самцов с самками. Вот икра тритонов. Вот видно двухцветные икринки. Снизу, значит, они светленькие, желтенькие. Снаружи темненькие. Ну, завтра, послезавтра будем снимать процесс развития эмбриона. Как в икринках будет развиваться процесс развития идти. Ну, видно, что тут праздник идет, прямо у них езда, не по-детски. Вот завтра тут все кусты будут увешаны.